Несколько месяцев назад на одной из веток водопровода в ЖК «Гусарская баллада» произошла авария. Управляющей компанией была организована временная схема подачи воды в один из многоквартирных жилых домов на улице Триумфальной. В настоящий момент идут работы по прокладке новой постоянной линии водоснабжения. Ход выполнения проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Сейчас на площадке работает спецтехника и достаточное количество людей. Полноценная подача воды в жилой дом должна возобновиться уже 7 октября, подчеркнул глава.